радио представляет новогодний музыкальный спектакль «Ёлка детского радио». Веснушка и Кипятоша в королевстве игрушек. С 19 декабря. Концертный зал «Космос». Билеты на сайте дети.фм. Началось очень необычно, потому что на какой-то китайской барахолке, в каком-то углу, да, не глазами туриста, а глазами журналиста, я поняла, о чем мне надо писать. И потом тема моего диплома плавно перекочевала в тему диссертации. Хватывает эти углеводы из картофеля. Да, что тоже, давай. Лечите геморрой, не дожидаясь операции. Благодаря уник... Точно, как я хочу. Вот мои две вышивки. Процедуры импичмента в отношении главы государства. Москвичи очень активно обсуждают. Тушка вдруг заговорит. То ли это счастье. Аппетит не поможет. Что обжарить? Ну, слушает и раздражает. Вот он. Местная самое важное. Все то и... Хорошо. Хотя они оба классные. Крепкий орешек. Стиль. И... За ней легко готовить. Потому что мой сыночек... Валерий! Техники и
электроники М-Видео и Эльдорадо в 2013 году рассматривали слияние. Сделка сорвалась, и компании остались главными конкурентами. Выручка М-Видео в 2014 году составила 172 миллиарда рублей. Эта компания остается лидером в своем... Никто ничего необычного не замечает, не видит сотрудников в форме, то есть никакой паники ни у кого нет. Но затем нас удивило, что к главному входу этой башни, к парадному, куда заходят гости, подъехала машина, чтобы перевозить тело Дмитрия. Если ты считаешь, что в России суперстарами становится только золотая. Нет, ты в разной стилистике. Вот это глаз! Режиссер Анна. Скажи, что? Вкуснее и согревают неплохо. Не боялась. Тут здорово. Сибирь огромна. Она занимает около 3/4. Сивы, мы все прибрали. А они... Никакие претензии. Прости меня, ради того, чтобы помочь им. Система предотвращения...